Сейчас мобов разъебем, чтобы мозга не ебать, короче. В один заход, чтобы все время бегать. Ну, А куда вы пошли? куда вы Мы пошли? же не Джанулая же идем. Что, забыли, где бомбочки? Ну все, тогда чистим трэш. Потратим Не, на это тут сначала аккуратно пробегаем за кружком. Окей. Вот так вот. Вот так вот. Ну так вот. Тут стойте. Теперь вон того медведя разъебываю. А, за залпом следите, он кливает. Поверни его. Ну ладно. Это я власть не сменил. Продался там. Писать его. И тут также по вот этой стеночке, а когда сюда зайдем. По правой стеночке, вот так, чтобы пидоров сзади не сагрить. Вот так вот. Оп, оп, аккуратно, оп. Ребят, да. Теперь смотрите, стойте тут, потому что те пидоры сверху, короче, они это, ну, короче, они пидоры. Вот, а... Понял. Они молотками кидаются. Я сейчас туда поднимусь, короче, отверну их, и тогда вы подниметесь. Одного там фир кините, там, короче, расконтролите, чем-нибудь. Ну, тут целителей надо. Первым убить. Да, будем первым бить. Сейчас я их отверну. Все, забегайте наверх за ними. Чтобы удобно было бить. Ох, ебать. Они разъебывают мощно. Под ебало там не заходите. Там какой-то дикарь, по-моему, они топоры кидают. Тут кого-то зафиряете, там дайте какой-то контроль, мосфир какой-то. Пока мы лекаря разъебываем. Иначе он топоры кинет, мы сдохнем нахуй все. Блять, вон метателя топоров убейте быстрее. Короче. Блять, что с огромным нахуй? Повысили. Метателя топора, забейте, короче, перед лицом уж поставил. Это как в Вальгалле, блять, в Assassin's Creed также топоры метают. Все, считаем, мы все дорожку прочистили, чтобы тут сразу начать бежать и все. Тоже затяжное будет. Я на середине, да, мой маг, чтобы подходить. Побежать. 8% каски, дай. Сейчас. Я сейчас тогда сразу этот сокру кину, пойду. Лапу. Короче, а там что, с бомжами будет... попробовал пробежать? Или херня бомжи? Иди. А, хуй знает. Короче, тут будет, когда бежим, тут будут пидоры какие-то сон кидать, вот. Может быть, это магический, по-моему. Может быть, кто-то сможет сдиспелить, смотрите. Все, блядь. 4, 3, 2, 1. Мадал. Две секунды. Мне надо было сейчас ему давать. Меня разъебали. Бегите. Глупцы. Я дам диван кому-то. Дам диван кому-то. Подойдите ко мне кто-нибудь. А где Грилит лежит? Рядом со мной. В мобах? Да. Тогда заново надо бежать. Блядь. Надо ему бопы давать там, какую-нибудь хуйню. Надо было остановиться. Я хотел дать диван, там все вперед убивают. И, кстати, не забывай, ты в танка прыгай на эту хуйню, на все. А, мастер аура тогда не смогу дать. Да похуй на этот мастер аура. Да, окей. Тут два пала, конечно, хорошо, но, блядь. Ты просто поживучий, у тебя и ревностный, и этот. 50 на 50 не требует рун никаких. Ты еще такое делал, что масса игра, масс таунта нет, точнее. Ну, три цели хотя бы ставить, нормально. Да мне тоже нихуя нет. Вот я когда про товаром был, вот такая, я сразу остановился, масс таунт дал.
Только ровно вот так вот наискосок пробегать, потому что сверху там топорщики эти висят. И тут аккуратно вот так. Это моя попытка номер 5. Кирос, в инвизе не надо побегать. Почему? Потому что тебя лучше пусть убьют, но наши побегут. У нас еще меньше. Давай попробуем с бомжами побегать. Что там за бой? Все. На. Кого-то разъебали. Офигеть, мы быстрее стали. Не зыбка будет. Какого-то бафа не хватает. Просто бафа нет. И лапку Керус тоже с собой. А ИВБ там что, бежать не будешь? А где ИВБ? Надо сумонить его. Поставь шкаф тогда, мы сумоним его. Он думал, мы сейчас не заметим, и он сразу под конец нам окажется. Без мучения. Сейчас Керусу тоже сумоните. Да вот был бы инвиз, да, вот Локс в инвизе пробежал по-быстрому. И все. Да просто рано я масс дал, не добежал. Лок чуть позади, беги всегда. Все, давайте добавим пол. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас я маздал. Че, вы добежали? Интересно. Грилит, он лежит. Ага. Ой, вот не говори таких плохих слов, типа вон далеко. Я уже карту открываю, беспокоюсь, где он там. Ну, вроде куча-то лежит, заебись. Нормально. Кто далеко умер, можешь вставать там. Пиролез на всех. Вот, а теперь шкаф, когда сколько там минут осталось? 47. Нормально. Так, по диспелам, где уставшие, и ВБ диспелит Мишку по КД. К стенкам не упираемся, особенно к огненным. Кто не уверен в себе, можете в рамбе бегать. Че, у нас Мишка танчил, да? Дракон. Да. Короче, Мишка 104, ему удобнее будет. Короче, это... Спекнись там в танка. Это самое, отойду пару минут. Там, когда будете бить, дракончика в двух убьете сначала. Всех не агрите. И будет заклинатель в пачке стоять. Вот с него надо, чтобы маг или присты, или шаман спиздили баф. Вот он может на себя его обновить. С этим бафом он скорость атаки дохуя там убивает. И осторожно там агро не сорвите. Потом меня сумонете уже джиналаю, короче. Ладно, отойду. Ну или тут под деревом поставим. Окей. Сейчас он приходит, мне мертвый нахуй. А он это тут. Вон он. Его бы я сосумоним. Поставьте еду, маги. Духовки нет. Хочу кушать. Кушать. Ау, и рыбу, блядь. Кушать. Какую? Вот здесь. Рыбка и три морковки. Ты веришь, что это морковка? По-моему, тут апельсин, блядь. Там справа, вот где два, там апельсин лежит. Угу. Морковка. Это апельсин, блядь, апельсин. Только мицетрин. Сапога 6 минут остались, надо будет обновлять. Да, кого трач пока чистим. Только дай бафы. Бафы дайте. Приста баф, каски, кулак. Дайте коту поебал. Кота тут нет. Кота курит. Экон тут здесь. Все, это у нас ВБ отошел, так что очень аккуратно. Аккуратно срываем агро. Вот так надо. Оба.
Вот так вот. Вот так вот. Блять, ну тут аккуратно. Подожди, хотел сказать, блять, заклинателю. Бля, здесь первый раз и кажется, что это хуйня какая-то. Каждый раз хуйня какая-то? Нет, кажется. Мне нравится инс? Угу. О, сейчас ты охуеешь. А зачем ты сюда пришел? Лут вкусно выглядит. Да. Ну да. Сбейте каст, блядь. Нормально, кстати, сбили. То ли хуйня еще начнется, блядь. Это еще самый легкий босс от Тримбола. Самая хуйня будет, что это так сказать, это разминка. О, сейчас молокраса, блядь, начнется. А хотя уже с этого босса, какой молокрас? Да не, молокрас по сравнению с этим, блядь, полег. Нет, что, гонишь, что ли? Блядь, на сове мне вообще не легко было. Ну, на сове. Тут главное только от минок бежать, и все. Я и дракончиков не сдох. Дракончики держать будут Керус. Ага. Будет то держать. Пули ты прилег. А что нельзя? На тебе на нос, блядь. Иди отсюда. Слушай анекдоты нам. Чё, кому в нос ударить? У тебя нету голоса, Дэша. У меня есть голос. Анекдоты, блядь, глухой, что ли? Нет. Блядь. Ты ебанутый? Нету, я не слышу. Так ты звук прибавь, осёл! Не-а. Ну, блядь, иди нахуй, блядь. Дайте на нос. Нет. Нос орков нет в рейде? Хотя одни троллины. И панда. Слышь, Норик, говоришь, одни тролли. Через месяц точно, блядь, вся гильдия одни тролли будут. Ты чё? Шляпа Зандалария, да, блядь? Зандаларский кабан. Блядь, он этот ебучий радар поставил. Нахуя как его убрать? А вот скрыть можно. Блять, он как вылез посередине экрана тогда. Чё полипало на весь экран у него. Оп-оп, танцуй, танцуй. Да. Пока молодая, Кирос. Починка? Есть починка? 21 минут. Можно хламобота достать. Ого, хламобота. ГБ. Поставьте банк, все равно сопрот надо брать. У меня КД, 40 минут. Ну я поставлю сейчас. А, хламоботов, точка 0. Ну, поставьте шкаф, слетайтесь, починитесь. Ну, лучше тогда сразу хламоботы закупите. Можно пойти сделать. Что там надо? А, блядь, саранитовые слитки чисто нужны, есть? Так вон они в ГБ. А, есть, все, ща, три штуки ебануто. Да. Хуйня, можете не летать. Че, может, мы пока разрулим? Ну, ролик кому там что надо. А, ну, заебись, ну, я нет, полетел, нет. Пацаны. Че? Наковальня нужна, блядь. Что? Наковальня нужна. Сделал, блядь, хламобот. Засумайте грилли-то.
Блядь, это сейчас шкаф пропадет, но они добегут потом. Что за ком, блядь? Ты делаешь, Керус? А, вон, на трансмок. Вальцы кому надо. Ну, это кольчужный. Только экону... Экон нужен тебе? Ну, мне не нужен. На, вон. На энтхе, вон сколько шмотов. Интифон. Нет. У тебя тут правая рука есть? А, два гнила можно одеть? Нет, там почему? Это на правую руку. А. Потом вон голова есть у тебя? Так, плечо это у меня уже есть. А, ну ладно, но зато вот такая есть. Ступни, ступни точно нет. Это висовые ступни. Вот ноги шеи нету. Да. Точно ступни. О, хламобот стоит, кому ладно. Играю уже в 4-4, эх, он крутой. Вау. Он чтобы попал на 4-4. Ну, транс можно брать. Больше некому. Вот это нужно кому одеяние? Всякая параша выпала, блядь. Уита. О, на экону скинь также. На распыл. На распыл? Неужели он на ДЦ может забрать себе? Уставшего. Или кто, кому угодно. Что, прям никому? Вот такое нужен тебе? Войд. Войд же еще не подошел. Так он же разговаривал только что. Ну давай, похуй. Собирай. БДК ДД уже, считай, почти фул одет. Да, там как раз этот, там грудак мне носит Т4. Вань, накинем? Там, потому что РПБ нету. Тут и хаст РПБ. На буду... транс вот это может разобрать. Буду быстро разъебывать. Да, там чем быстрее ты бьешь автоатакой, тем лучше, тем там броник же тоже. Все тогда, по бафам, что у нас. Я поставлю от огня ауру, как и нужен. Все? Готовы? Саппорты выпейте только сперва. Прото и мру. Давай, держи. Тут главное не боссы, а эти мелкие. Да. Все готовы, мне просто не показал. Да, все. Все тогда. 5, 4, 3, 2, 1. Так, правого убейте. Разбежались. Ух ты, ебать, копать. Ну его Б. БР по ЕВБ, да? Ты ебать, да как? Че, а блять, пиздец. Гозы, выйдем. Да, вы это проебали и выйдем, нахуй. Проебали Бэр и выйдем, заебись. Да бля, ну пиздец, как ты умер? Ты саппорт не выпил, что ли? Ну пока ИВБ мертвый был, щитка не было, нахуй.
Вот и вся история. ИВБ умер как-то. Блядь. Вы этого чела побыстрее, который идет. Есть рыбка? Да. Просто РДД старайтесь его с рейнджа бить, а не сбегаться к нему. Ну вот, поэтому я не подошел. Потому что там сейчас конусово тех сразу ударят и пиздец. Ну, миликов-то не шотнет, 30-ка вон есть. Рогой ложный прожмет. Инпу обновили все. И каски нету. На танку. Все, заебись. Все есть? Гоу добавил. 5, 4, 3, 2, 1. Вышел? Да. Ага. Помощь не готовься. Нас залили. Начинайте потихоньку килосы диспалить. Я устал, ты как 10 стаков говори. Да. Ты как 10 стаков говори сразу, я устал один махать. Бочки. Ебать. Ебать, Тори нахуй. На поле уже этот. Ну блядь, есть кстати. Все, на поле убиваем. Сразу пристопав по нему. Ну диспел, диспел Керус, Керус не мочи. Диспел, диспел, Керус, диспел, 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 диспел. Ну стоп, диспелься. Дай гимнам жизнь. Срочно. Гимна жизнь. Ну пиздец. Сколько у тебя стаков? Выйдите. Ну пиздец, блядь, собственно. Не получится там стена. Надо раньше начинать заливать, что они уже потом пиздец стаков. Бля, это бежать? Нет. Заявили? Нет. Ну, блядь. Ну заявили. Там стена была. Ну все сдох. Короче, го я потанчу, похуй. Я сам. Ты не анонсишь, что тебя диспелить надо, просто стоишь. Ну да потому нет, что нет. Слишком много дракончиков. Их заливать уже. В смысле, причем? Там как бы диспельщики должны видеть цель, которую диспелят. Как они диспелят? Ну, вслепую, что ли? Я не знаю, как они диспелят. Я же все шумок прожал. Вот диспел. Там не один раз диспелится, там дохуя стаков. Ты просто диспал, 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 и все. Что нам пробегать заново? Походу. Ебатой. Ну лук там бежит или нет? Или бегит? Там ИВБ лежит. Ну ИВБ, а лук? А лук я хозяй. Кто-то заграл трэш. Умри, кто заграл. Я устал. Заграл трэш.
Блять, там Кирос мог на изи пробежать. Зря встали. Дегер или... Так я же тебе про что и говорю. Я вот хотел пойти и резнуть, попробовать. Ну ладно, мы сейчас побежим. У нас, если что, резните. Вот, блядь, это нахуй стоит. Нахуй. На тебя бегут. Не бегут, не пизди. Ладно, Кирус там, давай на инвиз. Пробегаем на максимальное расстояние. Каску поздравляй, сам главный всем. А я еще этот скинул. Куда ты Масанту дел? Я ее вообще не трогал. Вот она, блядь. Так ее нету с панелин. Я ее не трогал. Все, СС наложили? А, на танку? 5, 4, 3, 2, 1. Полетели. Там даже налая? Да. Масс, да. Беги, беги. Блядь. Нормально. Бля. Хуя там тип ТПшит. А, это этот, блядь. Ебать, там за ним спидстеры побежали уже. Да это этот скоростной, сука. А где Грилит? А, все, я резаю его. Дим, резни ножом. Может, оставим? Еще понадобится. У меня есть. Да нормально, я не буду тратить. У меня есть. Ну как? Там, все, знаешь, он все равно, блядь, прокает раз в год. Надо как-то с мувами определиться, блядь, или разъебывать сразу их. Ну, потому что копить, ну, как-то ты тяжело. Пиздец. У меня мана нет. Я еще, короче, полечу в танк аспеке. Керусу легче мана кливать будет. Тыкни шкаф. Ау. Ну, тыкнул. Ты не тыкал. Я тыкал. Это не, я тыкал. Сейчас могу быть душными. Может, кинете сумму, у вас там стоит 7 человек. 8. Я тебя сумонил. Нихуя. И сумонил Киртла. Он ИВБ надо резнуть. ИВБ там сверху, блядь, сидит. Лентяй. Да не, нормально. Так что, ты спекнешь сейчас там? Я уже в танке. Подержу. Сейчас только одну хуйню надо посмотреть. Вот здесь. Я убью. Да, так я поставил.
Все, готовы. Как готовы, гол. Да вот этого разъебем. Кто убивается тогда? Кливый. Сейчас еще одну заберу. Можешь по одному так забирать. Да? Быстрее, быстрее под боссом, кто кливый идти. Прям иссушение, похуй. Тут не босс с приоритета, а дракончики. Че, драконов никто вообще не пи***. Два под боссом. Диспел, диспел танка. Дракончику пиздить в первую очередь. Все, еще да. Одного, еще одного заберу. Танка, вы диспельте? Который на мне, короче, забирайте, пиздите. Дракончика. Все дракончик слили. Быстрее танка диспенси, 5 танков. И зыбку дал. Верьте. По одному буду таунтить. Восемь стаков диспел, нон-стоп диспельница, пожалуйста. С Войда тоже диспельте, со всех диспельте. Ну, новые пошли, быстрее старых драконов. Новые пошли, старых. Да дом, да бьем. Да кто там, кто-то не бьет дракона. Босса не бейте, только драконов бейте. И сушение, всю фулл АВЕ. Сейчас буду войско давать. У тебя массакра нету? Массакра 15 секунд. Бейте быстрее драконов. 5. Драконов. На пульте на меня, там на керосе диспел, керосе диспел. Пулил. Масса драма нету. Масса диспел, а масса садится идет. Присты там уход в тень. Грилли тубоп. Минус гриль. Пиздец, нахуй. Че, играем, играем. Где есть БР? Угу. Ну, после, давай. После мин, да. Да, да. Угу. Да. Бьем дальше. Кого убить? Танк убить. Меня в ближнем бою убил. Да, я понимаю. Просто убейте трэш и все, босс убить считается. Теперь главное от рынок убедите и все. О, бля, ну тут вообще за шквару не лечь уже. Да, иначе будет залупа. Экономик. Есть, Стась? Как вы умираете? Ой.
ну я хуй знает. Я устала, значит, в хила квалифицируешься. Да, я устала, помогаю подхиливать. Щитуй тоже, если видишь, что она помогает. Нет, щитовать не надо, только хилить. Ну, в смысле как? Волной исцеления. Ой, этот великим исцелением. Ну ты, значит, на потопали хиль. В принципе, щитков тут хватает, ничего убить не должно. Самый ебаный босс. Ну там 84 метра, ребята, бывает. Охуеть. У нас все меньше и меньше, ребят. Ну, щитка там не было. Сейчас дунет после этого сразу. Сокру на халяву сдал, чтобы не умер. Вся проблема в том, что он после 30% хп бить будет сильнее. В принципе, я не должен сдохнуть. Он быстрее атакует просто. Ну, да, в целом сильнее. Да, я заберу пока. Урон не тратится. Двадцать третьего РС откроет. Точно? Сервис написал. А. То через 3 дня? 23-го, да. Да. Через 3 дня. Ебать. РС. А там же после этого должен был, после ПВП. Ну все тогда РС, пиздец. А мы только целка на фул хотели. Теперь РС 20... на фул будем хотеть, ебать. Для 25-ки надо 25-ку. Падение Королевича. Проход. Для десятки не надо ничего. Зулджина там не надо случайно. Так все равно есть уже че. А че он, блядь, ну Зулджина почему не за? Ебать, блядь. Блять, ну отходи сейчас, тут умрет там. ЕВБ умер. Ну блять, заебись, все, выйдем. ЕВБ, ну там же 3 метра, а не 4 метра, блядь. Пиздец. Это великое поражение Альянса. Прокнуло. Что? И прокнуло, говорю. Ну там Грилл совсем близко умер. Да. Да не, можно не сотрясать. Почему я только один несу? Я нож сдал. А это вон справа. Мне достаточно маны.
А, ну мы так сейчас на фул не закроем сегодня, не хватит времени. Давай шкаф. Шкаф дайте. А, этот раз что-то долго. Тупят люди. На бомбочках умирают. До этого канал только сейчас все что-то умирает. Это трэш дается. Да. Трэш пиздец долго дается. Расслабились. Но первый трэш можешь геру сдать. Главное, на пульсе хорошенько. АРС по длительности сколько бьется? Ну, быстро. Недолго. Там один босс. Не, я знаю, что один босс, но у него же вроде 3 или 4 фазы. Две. А. Три. Пять? Знаешь, еще 3 фазы там все. И 3 босса еще. Вместе 3 босса. Ну, мини-босса, как босс. Короче, в десятку вообще смысла нету, блядь, ходить. Почему? Чисто потраить, ну, как понять тактику и все такое. В десятке говно, правда? Да, в десятке нихуя. Да, нет. Десятка для тренировки. Все, давайте, все готово. Рыба стоит. Ну, это понятно, потому что большинство не было там. Знаешь, как повезет. Пять, четыре, три, два, один. Ой, я случайно. Четыре метра, блядь. Керу сейчас ударит тебе. Керу на первых мобов давайте или что? Давай на первых дадим. Сейчас я просто играю. Можешь гриппить первого, если хочешь. Убивайте его. Там 500 тысяч. Это прикольно. Некому убивать. Как некому, блядь? РДД 4 штуки, блядь. 2 миликар. Забейте его. Во! Другое дело. Следующий пошел. Блять, много что-то пошло. Нормально. Блять. Жму это. Под боссом разъебывать. Давайте. На пулю вы. Давай, режься. Все это фу. Режься на бомбах, давайте. Самое главное на бомбах сейчас. Да. Я не зыбку дам под бомбы, чтобы проще было. Керуся, 6 так. На бомбу дам не зыбку. Маг, если что, глыбу хуярь. На арканат 300, у меня в КД, блядь. Грилит у боб, ебать. Это меня просто шарк. Блять. БР есть? Да, Даш, после бомбочек. Вы не увидите? Не зыбку дал. Слайер мейджиш пристав. А, блять, еще и 3 дракона, пизда, сейчас будет. Ебать. Новые пошли. Новые пошли. Маленьких быстрее добейте, которые лоу хп. По халяве баф сразу. Ложный нажми. И сразу не останавливаемся, дальше дракона убьем. Вот. Вот этих тоже. Вот которые к боссу подвел. РДД в тех в кучу не уешь. Которые в босса, ребят. РДД не уешьте. Вот которые я забираю сюда, их бей. А не всех, чтоб танку пока агро набирал. Стой.
Еще. Сейчас спокойно место ищем. Ах ты, бляха. Можешь массакру дать. Меня убило нахуй. И выйдем. Меня не закрыло, я не мог, они меня замедлили. Бля, что не так? Расслабили. В ту сторону заивейдил. Короче, надо меня, чтобы субанули. На этом боссе главное спокойствие. Да, ребят, вы аккуратно вливайтесь. Вы, блядь, агро рвете, пиздец просто. Надо, чтобы халява напулила, а потом вы только. Ну я напулил на тебя, потом все равно сам же и сорвал, блядь. Меня шот. Охуенная работа. Кошу не мог сбросить соки. Блядь, меня шотнуло моментально, блядь, просто. Нет, ты там жестик. Меня убили эти птички, блядь, там, дракончики. А у тебя символ есть на напул? Да, есть. Суманите меня. Он стоит? Сердечко. Да, он стоит. А вот всех самолет. 3 минуты. Нет. И еще раз. Что там хаулится? Где рыба? Тебе никакой рыбы на. Ну реки нет, обмен. А сколько их там, блядь, со с каждой стороны по 25? Я чуть не помню. Общее количество, я не помню. Так, 16, раз. Эту хуйню жри. 8, ну, да. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Нет, ли под... появится, больше 20, появится. Скорее всего. 25, наверное, нахуй. Да сейчас хавай, там 30 минут она висит. Каску дайся. Короче, у босса берсы нет, блять, она только на 30% и на 50% урон повышает. Приоритет тут дракончики и не убивать в бомбах. Все, пиздец, изи босс. Чё таунчу, чё таунчу под джаналая, то все бьют. Чтоб танку разгрузить. Не забудь про Буревича. Ну я срался, сколько она длится? 30 минут. Надо бы и халяве Буревичину пожидать. А чтобы на себя агрил еще? Да. И не, он агрит на себя, тем самым потом ножиком передает на тебя. Что ебать? Если бы так работало. Оно так и работает. Я так в РБК только иди. Да не, я сейчас в инвиз буду уходить просто и опять. Убили сразу мелко. Про босса забудьте. Сразу второго.
Вот за 10 секунд должны его слить, потому что там тот КДшится, еще одного заберу. После полка где родом быть? Нет, ладно, еще больше сниму. Все, убиваем. Да, да, Гера пошла на пульте. Стаки 8 штук. Того чутка замедлил. Больше урона будет сейчас. О, вот это вот мы охуенно играем. Это тоже убирать, сейчас только танк не прибить, а 6 таков. Давайте. Сейчас цвел в эту сторону. Бля, тут нет, тут не варяг. Керу съебать. Все, я тех ловлю. Так же по одному будете ловить? Да. Окей. С Вайда тут... по диспельте, у него много стаков. Я дисплею все ничего. Сразу второго беру. Ну, окей. Не, Буревича на охуенно здесь. Это охуенно тема. Ну если оно магию апает, вот это твоя аура. Не, Буревичина просто молнию раскидывает, тем самым урон наносит. Я про ауру паладина, который магию апает. 135%. Если она Буревичину апает, то это хорошо. Вроде ап. Что там, где следующий? Нет, вот он здесь. Ебаный. Нет, там на мне дракончик. Да, я вижу, пытаюсь забрать. Сейчас. Все, это, все, это фул, это фул. Убивайте дракона. Я прожался. Про этих ходящих я мобов забейте, они не нужны. Низы куда он на рейд? Нахильтесь на фул. 11 стаков на танке. Забрал он, да? Не нардайте. Бля, снимите на помощь, устал у себя снимите, да? СВРМЭДа. Все, заебись, все, заебись. Переубивайте. Только выжить осталось. Он жить. Керус давай жить. Хилимся, живем. Ну теперь можете ману порегенить, там гейм ебануть. Смаслер, мы сколько на тебе баф? Ноль. Я это только что снял себе все. А, ну было два. Но вот на войде много. Вот если с меня можно снимаю. Снять, да, я был бы не против. Да, я вот снимаю. Паладин. Я не знаю, уставший тебе рейдфреймли, но это необходимая вещь. Тем Red более фрейм, у тебя да. Такой класс, как Прист, который все время саппортящий класс. Вуду качай. Да. Кому надо там щит? Все видно. Кому надо гем по мане сама все вещи по хпшке. А, ну а вот. Только как слепые котики сидите. Я даже вот когда я рылить начал, даже на танках, на ДД, даже на фурике, на роге, всегда ну, с да. Редфреймом. Ну, тоже на всех. А то если ты не знаешь нихуя, то что делать? Что делать теперь? Флакать? Да, можно монитор вообще и выключить еще. Чё кайф без редфрейма, без ДБМ? Я, кстати, сейчас с выключенным играю, вообще похуй. Можно еще этот убрать в процентах, босса ФП убрать. Я какой-то аддон. Я не помню, какой аддон, блять, как он называется. Ну, короче, он. Вот написано ХП, миллионы вот это. И в скобочках проценты. Заебись аддон. Проценты важны, если там
переходка какая-то там на профи, там на 80 и на 7, и на 35, допустим, в гере очень важно. Да и в обычке. А то, блядь, переведешь, и у тебя три слизня, нахуй. И вайпрейда, блядь. В гере три слизня выходит? Ну, на переходке, когда вот он станет, весь рейд выходит, два слизня сразу, красный и зеленый. И на весь рейд кидаются 12 красных, 12 зеленых дебафов. И один там случайно. Вот. И типа, если у тебя зеленый. Если у тебя зеленый дебаф, то ты только зеленого можешь бить. По красному единичка урона будет. Вот такая вот хуйня. Так что, ну, Гера... Плохо. Короче, держи, пизду, я почилю. Okay. Там охуенно, блядь. Там в Гере, там в целка Гере, там, блядь, проверяется реально, блядь, суперскилл. Надо дохуя знать. IQ, скилл, реакция, перс, все проверяется. Какой самый сложный рейд здесь? Блять, ну, наверное, да. Что-нибудь типа ОК гер или ЗС гер, блять. Да ульда, блять. А бронзовые светильщики, которые зашли? О, это, наверное, там вся сложность в том, что там как сундуки или попытки там какие-то. Но я там не был, блять. Пизду. Говорят, хуйня ебаная. Как ВВК попытки, короче, знаешь, если ты типа вайпанулся, то все нахуй. Не получаешь топ-лут, а топ-лут там типа какая-нибудь охуенная вещь. Типа плаща. Я не знаю, там не было. Там пиздец какой-то, да? О, есть? Бля. Читков нету, сейчас вайпанемся. Да, Экон почти умер. Сразу забафайте ему хп, каску. Да, лейнером. Каску лучше десятку, ага. А точечно? И лапку, лапку и бани по нему. Закрыл точечно, сдал по нему. Чтобы он не выдох. Ну все, два изи босса осталось.